А вы знали, что в Африке бабуин насилует мужчин в деревне? Мужчины в деревне на северо-западе ЮАР страдают от нападок большого бабуина-гомосексуалиста. Как отмечают источники южноафриканского издания Morning Post, обезьяна сначала занимается с мужчинами петингом, лапая их в неприличных местах, после чего принуждает к сексу. Только за прошлую неделю в руки бабуина-гея попало 6 человек.